Лучший российский велогонщик 20 века Вячеслав Якимов впервые посетил наш город. 27 и 28 мая президент Федерации велоспорта России провел ряд рабочих встреч, ознакомился с ключевыми велообъектами региона и вышел на старт спортивно-культурного праздника «Велоомск». Пообщался с гонщиками и журналистами. В первый день визита трехкратный олимпийский чемпион по достоинству оценил инфраструктуру, созданную в нашем регионе для развития велоспорта, и подчеркнул уникальность объектов, среди которых BMX-трасса «Горки» в поселке Ростовка. Безусловно, BMX-трасса, то, что я видел, она, опять же, является уникальным объектом в нашей стране. Это единственная трасса, которая удовлетворяет вот этому 8-метровому спуску со старта. Да? Вот. Соответственно, конечно, она находится в частных руках и требует, там, может быть, более капитальных инвестиций, да, чтобы это все так сделать уже не размывающую зимой вот эти вот холмы, там, повороты и так далее. То есть, но само место, оно выбрано исключительно хорошо, и само место, оно предполагает там вообще развитие такого, скажем, велосипедного кластера. Другой важный аспект визита Вячеслава Якимова связан с созданием на базе Омского велотрека в 2017 году Межрегионального центра по велосипедному спорту. Концепция, разработанная Министерством спорта Омской области, уже нашла поддержку в Федерации велоспорта России. Безусловно, здесь должны проводиться какие-то дополнительные соревнования в рамках инновационной площадки, то есть, может быть, даже создание определенного, скажем так, центра федеральной подготовки специалистов в велоспорте. То есть тут практически можно отрабатывать все направления, и тренерские, и, там, не знаю, медицина, и все, потому что тут это все собрано вместе, все есть. Это просто этим надо воспользоваться. Инновационный проект предусматривает объединение усилий по подготовке гонщиков высокого класса регионами Сибири, Урала и Дальнего Востока. Задача – подготовить для сборной России как минимум двух гонщиков для участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Во второй день, 28 мая, именитый велогонщик вместе с тысячами амичей вышел на старт самой массовой дистанции – 10 километров праздника «Велоомск». Молодые вот ребятишки, вот у них сегодня соревнования уже с настоящими гоночными номерами. Желаем им удачи. А город, я считаю, Омск – город таких велосипедных традиций. Недаром здесь построился велотрек и школа BMX. Вот даже 75% сборной команды страны BMX – это выходцы из Омска. Поэтому, безусловно, здесь есть на кого ориентироваться, есть кого держать в качестве примера для молодого поколения и для популяризации велоспорта здесь, безусловно. Насыщенная программа визита Вячеслава Якимова показала, с федеральной поддержкой и местными силами велоспорт в регионе будет продолжать развиваться семимильными шагами, а задуманные проекты будут эффективно реализованы.